Итак, всем привет! Вы на канале Dante Infinite, и вы смотрите прохождение игры Cyberpunk 2077. Ви, чего-то ждешь? Играю я на PlayStation 4 Pro. Вот такие дела. Надеюсь, вам все понравится. Приятного просмотра. Садись, начнем потихоньку. Если, ребята, желаете, чтобы я проходил эту игру в формате стрима, то на канале есть первый ролик. Прохождение этой игры, он как раз в формате Ви, стрима. Чего-то ждешь? Найти его, посмотреть. И если этот ролик наберет 100 лайков, то я продолжу проходить игру в формате стрима. Ну все, всем спасибо. Ви, чего-то Начинаем. ждешь? Короче, что надо сделать, я уже что-то подзабыл. Но что-то вот эта девочка чего-то хочет от Ви, нас. чего-то ждешь? И вторая тоже совсем не прочь. Как вы можете заметить, графика ничего такая на PS4. Довольно хороша. Садись, начнем потихоньку. И сегодня как раз перед началом прохождения данного прохождения я обнаружил, что обновление вышло для игры. То есть на целых 17 гигабайт. Садись, начнем потихоньку. Очень интересно, что они там сделали. Так как я нахожусь в данный момент там у себя в деревне, тут интернет слабый. Садись, начнем потихоньку. Поэтому обновление будет скачиваться долго и. Я не стал дожидаться, пока оно скачается, потому что это часов 10. Садись, начнем потихоньку. Часов 10 будет скачиваться, но я не стал ждать, решил все-таки так пройти пока без обновления. Но в следующих роликах уже будет обновление. Садись, начнем потихоньку. Вот так. Ну все, давайте уже исполним ее просьбу. Давите тени, вон барахлят. Есть такое. Ну ничего, играть это не мешает. Что? Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигел. Иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить, как в низкопробных записях. А в худшем? А в худшем твои синапсы поджарятся, как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Окей, теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулист. И много у тебя таких заказов? Дофига. Обычно это материал девочек из клуба. Я просто, считаю, обрабатываю порнографию. Усиливаешь оргазмы? Скорее вырезаю все остальное. Для них же секс — это работа. Думают они о другом. Как платить кредит, что дарить мужу, из чего ужин готовить. Но даже там можно кое-что изменить, подкрутить и превратить эмоции во что-то незабываемое. Так что работа творческая, и я не жалуюсь. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все, готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так, что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Что ты выбрала? Налет на магазин в Хейвуде. Новички снимали. Не помню, где я это откопала, но для нас в самый раз. Начнем? Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился, а потом пущу в режим изменения. Погружение через 3, 2, 1. Ух.
Ух-ха-хох. Кстати, что-то с яркостью, да, надо поменять. Уменьшить ее, что ли? Ну что, опять очередная долгая загрузка? Да, на консолях нового поколения было бы все быстрее. В разы. Там бы за секунду все грузилось. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Прикол. Землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Опа. Красиво. Но, блин, эти загрузки, конечно, все портят. Вот какой вот неоспоримый, огромный плюс The Last of Us и Uncharted, всех игр Naughty Dog, это отсутствие вот таких загрузок. Там реально смотришь просто как фильм. Да даже, блин, не фильм, у них игры, как жизнь проживаешь и все. Кусочек жизни. Да. Это супер. А вот эти вот загрузки, они вообще портят. Здрасте. Меня как будто шибануло чем-то. Последняя секунда была просто жесть. Это невозможно забыть. Могла бы предупредить, что умирать так больно. Боль от настоящей смерти намного сильнее. Я бы так не сказал. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. И очередная загрузка. Не, яркость надо подправить. Что-то зеленое отдает. Хотя, может, это и игра такая, фиг знает. Непонятно. Ребята, кому не сложно, донат. Нужен донат. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя кусочность. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. Красиво. Так, ребята, сейчас яркости немножко исправим. Ой, что сделал? И звук я себе сделаю, наушники. Так, 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 графика. А вот коррекция экрана, да. Чуть-чуть потемнее, да? А, так светлее получается. Ну так, сделаю. Да ё-моё, не то сделал. Так. Так, так вроде лучше. Что надо сделать-то? Снять запись с паузы и просмотреть сцену. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем Брейн этим психам из студии. Ага, понял.
Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Ага, круто. Офигеть. Теперь промотай вперед. План простой. Никуда. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких вопросов. Так уж плевать вам. Брейн этим психом из студии. И все по полной программе. Они нам еще давали. Окей, пойдем. Остановимся тут. Выделенные жирным части дорожки содержат подсказки, доступные для сканирования. Могут наложиться друг на друга, та часть дорожки, где-то произойдет, будет подсвечена особенно ярко. После сканирования подсказки проводят дорожки. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь, даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имеет. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Ну что, ты очень круто. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Окей, да! Давай, да ёб твою мать! Глянь в кладовке, я на кассе постою. На хую своем постой? Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вы хороши, записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. На хую своем постой? У нас скидка на два вкуса. Карри и мясо с креветками. Всем лежать! Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха, неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту тёлку у прилавка. Ну капец. Всем лежать на землю! Целуем пол, живо! На землю! Целуем пол, живо! Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично, поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Быстро! Еще секунду, я заложу! Тише, тише, тише! Давай, секунду! Это очень круто. Что в него стреляют. А кто-то ты вот здесь. Видишь? Вот, смотри, по-моему, это самое клевое. Его же видишь, кореш. Что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Ой-ой.
Ему всадил пулю его же Чумба. Чумба. Что-то подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейн-данс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейн-дансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Подождите, как слои переключать? Переключить слой R1. А чё он шумы не улавливает? Два слоя, да, это? А, так вон он. О, здесь прошел. И пошел туда. В темноту. А, ну вот он его убил. И убежал. Вон он пошел. Круто! Уходим. Ой, круто заморочились, а, ребята, ну это пиздейшн вообще. Вообще кайфово. Реально. Это да. Так, 500 лямов баксов уже заработали, ребята. Правда, акции упали. Блин. Хорошо, что я их не купил. Мамкины инвесторы. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Эвы? Не знаю. Может... перерыв. Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу тебак и можем начинать. Моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Подожди. Эвелин? Без дебаг я тут много не сделаю. Джуди, пожалуйста. Эва, он хочет запустить раннера. Ты что, не понимаешь, куда мы можем влипнуть? Кто гарантирует, что он просто подключится к записи? Я. Я тебе гарантирую. Ага, конечно. Помоги последний раз. Я тебе обещаю, все сложится. Все будет нормально. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Ребята, пишите, пожалуйста, комментарии хорошо под этим роликом. И лайки тоже ставьте. Это очень важно. Очень нужно. Для канала и вообще. Что думаешь? А кому вообще будущее канала не безразлично, то прошу вас поддержать материально. Ссылки в описании. Уходит, Ви. Также читайте мои книги, кто любит читать. И кому интересны мои мысли. Спасибо. Продолжаем. Привет, Ви, что такое? Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн-данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Выбор. Ладно, Эвелин и Джуди, все в порядке, они свои. Они... Ну, ладно. Говори, в чем дело. Короче, нужна помощь. Мне надо понять, на что обращать внимание на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол.
Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Стартуем. Стартуем, морячок. И очередная загрузка. Не, ну если бы я просто ролик делал без комментариев, я бы, конечно, это все подрезал, все это дерьмо. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринова держит чип. Ой. Судя по виду, ты просто мясо для Емли. Я угадал. Эвелин. Ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Мясо. Меня же за это убьют. Круто сказал. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Так, окей. Ну-ка, зай. Так, опустя голову. Есть, есть, сэр. Так, зай. Как переключать слой-то? Что-то он не переключается. А, во-во-во, все. А, вот тоже, смотрите. Косяк. Это тень. Это же явно его тень. Какого хрена она тут делает? Так, режим. Ну и... Непонятно. Камера. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Вот это правильно, вот эти вот сигнатуры надо, да. Надо. Согласен. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Судя по виду, ты просто мясо для них. Не угадал. Я гадал. Меня же за это убьют. Сканируй. Слышу гудение. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Простите, располагайся, я... пока. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить. Мой отец
замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура — безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Вот. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Так, и система безопасности, так как нам просканировать? О, у меня уязвимость. А, это если он сказал там в другом месте. Все, 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 окей. Этим нельзя пренебрегать. Хватит. Прости, Паша. Работа. Я даже еще не совсем что тут сканировать? Где что? Изображение. Ну, а где чё? Этот звук. Ты чё не сканируешься полностью? Вот изображение. Где изображение-то? Чё тут на... А, вот у него планшет. Планшет, да, чего он не сканируется? Надеюсь, это не глюк, а? Я не хочу это переигрывать. Надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета.
Блин, будет круто. Третий слой. Тепловой. И чё, чё нам надо? Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Ясненько. Может, в того чувака? Там что-то. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Вон еще что-то. Потайной сейф. Есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор. Нет, 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 нет. Систему безопасности еще нам надо. Мой отец. Система безопасности. Так вот, где она? Мы за отпадки открывались. Не давайте, пожалуйста. Система безопасности. А, это конец записи, да? Система безопасности. Без того робота? А, нет, я там уже делал. Блин, как систему безопасности просканировать? Чё? Значит, погибнешь, давай делать. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим... Что-то было. Что это было? Опять. Да блин, где? Через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим.
Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить... Мой отец... Замученный бедный дед, да и дед, который не любит перемен, и мерит ты были нерудах, не любит перемен, и мерит ты были нерудах, да и дед, который... А, во-во-во. Система безопасности... ...который не любит перемены и хочет жить вечно... Где-то тут что-то, да? А, вот она. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи? Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. Болт. А без него никак? Не. По крайней мере, других идей у меня нет. Какой-то болт. Все, понял. Отлично. Извините, что долго, но... Зато мы все нашли. Долго. Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Все равно зеленое дает. Оставь себе. Эвелин заплатит. Нифига. Это переносное устройство для обработки брейн-данс. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Но оставлять его супер. Слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Спокойно. У меня все под контролем. Если вы проебетесь, и они придут ко мне... Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Давай поговорим через минуту. Встаем. Вив, на секунду. Для тебя хоть две. Но сначала мы вот с ней поговорим. Спасибо, Джуди. Серьезно. Не волнуйся. Я знаю, что делаю. Ну, даже отвечать не будет, да? Так, что у тебя тут можно украсть? Брейданс родов. Плюсы. Такого еще никто не делал. Минусы. Надо подключать пренатальный обруч. Выйдет дороже. Блин, вот как написать такой сценарий или вот книгу, где реально все эти термины надо знать, это все правильно. Пренатальный обруч. Я это впервые слышу. Брейданс и брейданс, что это? Типичных снов. Компиляция. Ой, извините, поздно. Поздно я снимаю этот ролик. Спать хочется. Плюсы легко снять, минусы придется больше года фиксировать сны контрольной группы. Человек 10-20, чтобы поймать повторяющиеся темы. Полет, плавание, падение, хождение в школу, на работу голышом.
Два вирта от двух людей, выглядящие как один из соединенных нейродорожек. Плюсы все охуеют. Минусы. Оборудования для съемки не существует. Ха-ха. Прикол. Кстати, на удивление, PlayStation не шумит от этой игры. А вот в Call of Duty играю, там по сети, вообще капец, вообще шумит, реально. Жестко шумит, прям орёт, как тварь. Все, пойдем. Да идем, идем. Не, мне капец интересно, мне вообще нравится. Ну, что думаешь? Я кайфую. Кажется, я понял, откуда ты столько знаешь про Юринобу. Ну да, мужчины в постели много болтают. То есть вас объединяет секс? Бизнес. Только бизнес. Ой, блин. Не ту кнопку нажал. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с Дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Естественно. А кто еще? В этом фильме я главный актер здесь. Я сценарист здесь. Я режиссер. Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. На кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Девочка в койке. Инфа про Юринобу, про чип, брейн-данс из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке, правда? Поверь, все под контролем. Ты не пиздишь, м? Смотри мне. Ну, что думаешь? Я найду тебя. И в говно окуну. Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Естественно. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. Декс. Ай, блин, вот зависит, да? Ви? Никогда Декс не доверяет. Друзья, не друзья. А хер его знает. Да какая разница? Я сказал бы, никогда Декс не доверяет. Нет, нет, нет. Декс дал мне шанс. Он мне доверяет. А теперь я даю тебе шанс. 50%. С такой суммой на счету на Декса можно забить. Я не стану его кидать. Нет, Эвелин. Дело не в деньгах. Я думала, ты наемник. Дело всегда в деньгах. Я не буду подставлять того, кто мне доверяет. Извини. Ладно, я ни о чем не спрашивала. Ви. Что? Надеюсь, ты так же удачлив, как и наивен. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди.
Ух ты, сколько всего надо валить. Вот, доступные очки и характеристики. Я все еще не понял, что это такое. Подскажите, что делать? Вот я захожу, не знаю куда. В технику. Вот мне надо технику. И все, тут только доступные очки способностей. То есть это способности. Блять, не то нажал, да ёб твою мать. Да ебучая колония. Так. А инженерное дело. С аккуратностью. И получать на 10 урона от взрывов. Да блять. Это херня какая-то. Так, интеллект. Чё по интеллекту у нас? Включать все камеры. Быстрый взлом. Ну-ка. Скрипты наносят разъедающие. Ну блин, непонятно. Во время скрытного передвижения урон от оружия скрушителя увеличится на 25. Не знаю, так. Да хер его знает, блин. Че выбирать? Ускоряется. Короткоствол. Ускоряется перезарядка. Угу, клинки. Клинковым оружием. Я даже не знаю. Какие идеи? Сила. Ну-ка давай сила, чё? Грузоподъемность. Вот это как-то нужная вещь. Запас здоровья. Да, давайте грузоподъемность. Что по-любому она будет что-то поднимать. Так, ну и чё? Что у нас? Такое доступные очки характеристик. Что это такое? Кто знает, подскажите, окей? Я вообще не врубаюсь. Или это для оружия, может? Что тут делать? Вот тоже непонятно нихера. Ну и чё? Заблокировано. Тут чё? Тоже что-то заблокировано. Изготовить. А, саму пушку можно изготовить. Это чё? Боеприпасы для дробовика. Снайперской винтовки. Можно изготовить, да? А, ну все, все, осколочная граната, отскок, отскок, это что такое вообще? А, ну все, понял. Ладно, это пока нахер ничего не нужно. Так, а что там было, подождать что-то? Чего? Ожидание недоступно. Чего ждать? Можешь идти, мне еще надо сказать пару слов Джуди. Так, ну я все понял. Ладно, ребята, это время завершим. Уходит, Ви. Завершим это прохождение на вот такой вот ноте, на этом месте. Кому все понравилось, пишите, пожалуйста, это в комментариях, ставьте лайки. Можешь идти, мне еще надо сказать пару слов. Желательно репостите этот видосик, и все будет здорово у меня и у вас. Плюс 1000 к карме, это да. 1000 там баллов или очков, не знаю чего. Ну, косарь точно будет. До встречи, Ви. Все, всем спасибо. Увидимся в следующем ролике. Удачи всем. Пока-пока-пока.